understand. John? Let's see if we can have a little fun with them. Is this your idea of fun, Matt? Watch the birdie! Jeez, I cracked myself up. This is a great shot, Mav. I should be a photographer. Cougar. Excuse me, one second. What year is this? 73. Yes, it is a 73. I know. May I help you? Yes, I'm from Metalux, explosive research company. Do you have a Russell Fielding working here? Yes. He ordered these plutonium nitrate, multi-explosive, sound-seeking projectiles. Here they go. Have a nice day. Wait a minute. What did you say? Metalux? Yes, Metalux Explosive Research Company. I don't show any record of that delivery here in my log. I think there must be some mistake. I think your company must have made a mistake. No, I haven't made a mistake. Y'all made a mistake. No. You don't understand. You see, I know about every delivery that comes into here, and they put it right here in this little log. I'll tell you what. We'll straighten this out with research right now. Let me explain something to you, okay? This is a sound-seeking projectile. I suggest you don't use the telephone, you don't sneeze, you don't cough, you don't do anything, and if you have to break wind, maybe one of them little quiet, sneaky ones, because the slightest peep and your designer jeans ain't gonna fit no more. Now, y'all can work this out after I go. Have a nice day. Excuse me. Do you know what I just realized? You could do me a big favor and just drop this off at Mr. Fielding's office on your way out. Hey, let me explain something to you, all right? I have a friend named Bootsy that got killed doing some shit like this not too long ago. I ain't gonna carry this just because y'all made a mistake. I carry from A to B. I have nothing to do with C, okay? I have a wife and two kids, and I'd like to... Hey, so glad we made it. You got it. Give me some of it. Uh-oh, this is gonna hurt. Did you see that guy? Я думала, ты в Лас-Вегасе. Я был там. Где ты спал? В офисе. Привет, пушистый. Сколько проиграл? Я не играл. А все-таки? Немного. Пятьдесят. Сатана Клаус. Что это такое? В классе Дэрин рисовали новогодние открытки. Ее учитель хочет нас видеть.
Где она? У подруги. Мальчишки все еще достают ее. А ты как думал? Последняя кличка — Железный Рот. Гаденыши. После 14 ей будет на них насрать. Черт возьми, выбирай выражение. Сара, ты позволяешь ей пользоваться косметикой. Она выглядит как енот. Я могу спутать ее со взломщиком и пристрелить. Не остроумно. В школе красятся все девочки. Они-то красятся, а наши кладет штукатурку. Кстати, многие считают меня остроумным. Ну и жил бы с ними. Не выводи меня из себя. Что у тебя в шкафу? Не поняла? Ты забыла, что я все-таки детектив. Ванный пар, только что там кто-то был. И волосы у тебя сухие, здесь кто-то посторонний. Тот, кто поднял крышку унитаза. Под кроватью его нет, значит, ты затолкала его в шкаф, услышав, что я вернулся раньше времени. Ну, кто у тебя в шкафу? О, Господи, ничего не меняется. Ты просто маньяк. Значит, не скажешь. Хочешь, чтобы я открыла шкаф? Хорошо, я это сделаю. Хочешь убедиться, что ты псих? Пожалуйста. Нет. Спасибо. Можешь не открывать. Я сделаю вот что. Досчитаю до трех. А потом выстрелю в шкаф. О, черт. Я передумаю, если скажешь правду. Раз. Позвони психоаналитику и скажи ему, что у тебя крыша поехала. Всегда говори правду. Два. Как ты смеешь приходить домой и вытворять такое? Три. Нет! Как она тебе, Майк? Спокойно, не делай глупостей. Так как? Насколько твоих пальцев тянет? Так получилось. Ну, конечно. Просто случайность. И никто не виноват. Так, случайность. Споткнулся, упал и нечаянно воткнул член в мою жену. Лежи спокойно, малыш Джо. А то потеряешь сознание из-за недостатка кислорода. Господи, как же ты, я вас не ушибла? Нет, все нормально. О, Боже, я такая неуклюжая. Извините. Все нормально, нормально. Хорошо, что с вами девушки нет, а то совсем неловко получилось бы. Не возражаете, что я курю? Нет, пожалуйста. Извините, я опоздала на начало. Что там было? Ну, конечно. Видите ли... Вот этого парня зовут Санни Чипер. Вот этого? Да. Того, в черном. Хотите? Нет, спасибо. В самом начале его наняли убить этого парня. Да, весь попкорн. Спасибо. Ничего. А он хороший человек? Ну, не такой уж он хороший. Его же наняли убивать. Ему заплатили за это.
Вот это да. И это после трех фильмов. А что, разве не получается? Получается, получается. Потрясающий эффект. Кстати, который час? Около 12, наверное. А домой сейчас? Да нет. А что? После кино я всегда хожу в кафе, покупаю пирог и болтаю о фильме. Такая маленькая традиция. А вы любите пирог поесть после кино? Да, я люблю поесть пирог после кино. А вы хотите вместе со мной поесть пирог? С удовольствием поем. Но как капитан я должен учитывать и такую возможность, что лодки уничтожены другими акулами? Можно спорить хоть всю ночь, мистер Хантер, только я не могу позволить себе такую роскошь. Сэр, мистер Хантер, есть правила, не зависящие от интуиции, жопного чутья, шевеления волос на загривке и сознания чего-то там нашептывающего. Капитан, мы все поняли, какой у нас приказ и что он означает. Он исходит от главнокомандующего, и двусмысленности в нем нет. Капитан, сэр, мистер Хантер, я принял решение. Я капитан Фармак, так что заткнитесь, бля! Stop caring, man. What? I just stopped caring. You stopped caring? What do you mean? Hey, man, all my life I've been, you know, working to be the best. You know? Trying to be a perfectionist. And I thought about it. That's probably where I made my mistake. And when Juan Primo died, oh man, that completely changed the perspective. I mean, come on, let's be real here, you know. What are we doing? We're not curing cancer, you know. We're playing a game. That's all it is. It's just a game. So I stopped caring and relaxed. And then I started hitting. Stop caring. So that's your fucking insight into life. Just stop caring. Whoa. Устал ждать. Неужели? Я целый день был дома. Так значит ты. Он движется вертикально. Лифт. Он едет в лифте. Сигнала нет. Кто-нибудь его видит? Надо переместиться поближе. Ребята, вы уже там? Еще нет. О чем ты говоришь? Что это значит? Остановился. Трейсеры 1, 2 и 6. Сигнала нет вообще. Тут что-то неладно. Встаньте. Трейсеры 3, 4 и 5 поднимаются наверх. Ему кто-то помогает, ребята. Был же договор. Никаких контактов. Вы нарушили правила. Они направляются на крышу. Воздух один, наблюдение за крышей. Северо-восточный угол Чеймберс и Лайт. Вас понял. Крыша, угол Чеймберс и Лайт. Ты кого-то возишь? Bitte. Danke. Да. Водка до канала. Еду домой. Выброси бутылку.
повтори. Выброси бутылку. Они знают. Они не знают. Ни черта не знают. Они ждут. Сбрасывай как можно ближе к границе. Не выйдет. Мы переходим. Нет. Это приказ. Они идут. Ты должен его бросить. Они его убьют. Добрый вечер. Где он? Уходим. Здесь только парочка пьянчужек. Puedes oírme. Me duele la cabeza. Voy a hacerte unas preguntas. Si no me dices toda la verdad, vas a sufrir mucho más de lo necesario. Voy a cortarte los dedos. Uno por uno. Me obligas. Y eso es para que no sangres. ¿Ok? Ahora. No mames. ¿Sabes quién soy yo? ¿Eh? ¿Te sabes quién soy yo? Eres miembro de la hermandad, ¿sí? ¿Hermandad? ¿Correcto? Prel. Ладно. ¿Qué quieres saber? ¡Назад, бля! ¡Назад, сказал! Что вам надо, легавые? Мы не копы, мы охотники за головами, и нам нужен только Гектор. Пошла ты, сучка легавая. Скажи, где его найти, и получишь. Что я получу? Иногда девушкам приходится идти на все, чтобы выпутаться из переплета. Я станцую у тебя на коленях. Да на кой ты мне сдалась? Я станцую тебе в одних трусиках и лифчике. Бля, до такой херни я и в стрип-баре насмотрюсь. Это будет индивидуально. Я же вижу, что ты хочешь. Ну чё, братан? Давай посмотрим, что эта дура умеет. Только для тебя, красавчик. Для меня, говоришь? Ладно, снимай шмотки. Присядь. Давай, детка, давай, молодец. Сработало. Парни дали нам наводку на Гектора. Две недели спустя мы его прижали. Что мы должны искать? Улики подозреваемых. Странное. Когда это снято? 4,5 дня назад. Ганнерс, дай-ка парни с рюкзаком. О, как нежно. Я бы тоже не отказался. Так, шире ракурс, осмотрим к автопалубу. А как можно менять ракурс на 4-дневной записи?
Это цифровое воссоздание. Все данные совмещены в единый синхронизированный поток. Возможен любой ракурс в пределах зоны наблюдения. Мы все задолжали Господу смерти. Я привык платить по счетам. Ты всегда платишь по счетам? Да, конечно. За кабельное телевидение, за дом выплаты. Каждый месяц маленькая смерть. Так ты женат, ты семейный человек? Может быть. Нет. Ты женат, приятель. Выплаты за дом у женатых. Ну, а ты и платишь за дом? Даже не знаю, Гарбер. Скажи мне, вот мы и узнаем. Не знаю, наверняка ведь. Есть люди, которым ты не безразличен, и... Они волнуются за тебя. Я ведь уже сказал, ты в кабине машиниста без прикрытия, а снайпер уже близко. Ты знаешь, обстоятельства – мое прикрытие. В данный момент заложники – отличная страховка, так что я думаю, я в полном ажуре. Такое чувство, будто я в исповедальне. Ты что, католик? Я женат, а ты католик. Может быть, не знаю. Нет, ты католик. А католик, истинный католик, должен знать, что в вагоне невинные люди. Ты ведь не станешь убивать невинных, верно? Нет. Истинный католик знает, что невинных нет. И я не убью всех заложников, чтобы не терять рычаг. Ну что, он уже на крыше? Ниже! Вышло.